хотите спать, включайте. Через полчаса, как бы, ничто не поможет вам. Даже если вы спать не хотели, как бы. Это лучшее, что может быть. Если вам надо куда-то лететь долго или ехать. То постарайтесь подгадать так, чтобы Трамп в этот момент стримил. Включаете и просто до конца полет. Иногда Трамп стримит покемонов, а не Хардстоун. Тогда 5 минут нужно на то, чтобы уснуть. Если фризит или лагует, нажмите F5. Это, скорее всего, Twitch. Минасабов записывал на доску, да. Я думаю, что в Анамасу надо перенять эту тему и записывать на гладильную доску и Минасабов. Привет, Мега-Мега-02. Вообще привет всем, кто собрался в этот приятный летний воскресный вечерок. Летний в игре, конечно. Спасибо. Классная миссия. Не. В прошлый раз это тоже не сработало. Прощай, Таня. Прощай. Если бы Илюха был мог в English, то уже давно был. Нет, я бы не был в топе Твича, как бы. Это абсолютно точно. Там своих шутов хватает, какой-нибудь. Сода Попин там. Все это дерьмо. Но если я когда-нибудь перееду куда-нибудь. Ну, на это на самом деле мало времени осталось, потому что, ну, я не думаю, что я буду там в 30 лет стримить, я скорее поеду. Поеду работать. Пойду работать в KFC за кассу. Вот, поэтому у меня не так много времени, чтобы выучить английский, куда-то переехать, там, и начать стримить на иностранном, да и... К тому же, на самом деле, это очень плохая идея. У меня есть своя аудитория, я вас люблю, чуваки, а вот люди, которые решили стримить на английском или хотя бы смешанные стримы мутить, они в полном говне, в полнейшем, потому что их вообще перестают смотреть, и уходит своя аудитория полностью... Чужая не появляется. Вот, например, есть такой чувак Торнис. Он раньше вроде как стримил на СК2 на русском, теперь стримит на английском на Твиче, а просто перестали смотреть. Потому что ну кому нужен очередной англоговорящий стример? Просто нахрен никому. К тому же большинство тех, кто пытается по-английски стримить, у них такой дерьмовый английский, что это просто дичь какая-то. Лучше не позориться. Сода Попин топовый, его на последнем твичконе отравили. Жалко, что не насмерть. Но это на самом деле грустно. Грустно не то, что его не отравили, а грустно то, что я так зло пошутил. Но мне кажется, что это просто, блядь, PewDiePie твича. У меня просто морозит от него. Не знаю почему. Он мне вообще не нравится. Совсем. Вилагейм стримит на английском. Он не стримит на английском, он просто иногда говорит this is good. Или еще какую-нибудь фигню. Ну, на самом деле, это мечты людей быть иностранцами. Они довольны стримить на английскую, якобы более продвинутую аудиторию. Они иногда выглядят забавными. То есть, приходит какой-нибудь чувак, либо он вообще просто русский, который решил подколоть, либо действительно иностранец, который случайно зашел, он такой, типа, hey guys, там, hello. И, короче, стример такой, вау, иностранный зритель. У тебя, блядь, сидит
2000 русских зрителей, пришел какой-то мудак, написал на английском, он такой: «Hello, hello, yes, that's I am, and I'm streaming, this is awesome game, that's awesome game, Uncharted, I love it, oh, 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 please stop it, my stream, please stop, don't go away, I will stream only on English for you, my one fucking English spoken viewer». И, короче, это просто пиздец, как я просто смеюсь каждый раз с этой херни. У тебя реально 2000, блять, русских зрителей, которых надо облизывать. Так ты кинулся какого-то мудилу, который там, возможно, вообще ушел уже с твоего стрима. Облизываешь просто как конченый дебил. Кому нужен твой английский вообще, в принципе? Кто будет смотреть русский стрим, у которого в любом случае там 90% на русском? Всего контента. Я просто не знаю, англичанин, который смотрит русский стрим, он вообще наверняка, ну, вообще ни хрена не понимает. Ну, то есть, русский язык, он настолько, типа, это все равно, что нам японский стрим смотреть, блин. Если ты не сексуальная бурятка, то нет смысла, как бы, работать на английской аудитории. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Что это за хрен был? Теннисный учитель? Скажите им, чтобы обновили стрим. У меня даже дропов нет. У меня потерь кадров ноль. Это Twitch. Это Twitch. Мы могли взять машину получше, чувак. Майкл. Чтобы догнать любовника твоей жены, мы могли взять машину получше, например, вот эту. Эй, Квентин, или как тебя там? Блин. Он не хочет пересаживаться, он хочет сидеть в фургончике с удобрением. Я когда стримил Silent Hill на русском языке, я смотрел 35 англоязычных, 20 русских. Но знаешь, когда ты стримишь какой-то... I love you, ransom, homo, cap of pride. Thank you, some American. Thank you for donation. Thank you for $5. Don't go away, please. Don't go away. I love you. I love you. It's first English donate. Не, на самом деле не первый. Короче, о чем был вопрос? Не, на Twitch.com меня не звали. На Twitch.com меня не звали. Кто-то говорил. Ну, короче, когда ты стримишь какую-то старую игру там или какой-то челлендж, то тебя реально могут иностранцы прийти смотреть, это нормально. На Twitch.com меня не звали, но я просто знаю, что на меня, ну, типа, из русских стримеров у меня больше всего сабскрайберов, да, именно сабскрайберов. Так что, может быть, когда-нибудь позовут куда-нибудь. Я бы съездил. Ну, просто толку-то, чё там, я думаю, что на Twitch.com максимум там 10 русских придут, которые в Америке живут. Который, ну, из них там 5 будет меня знать максимум. То есть, как это, так, ради этого лететь в Америку. Я вот думаю замутить продажу футболок. Вот это реально интересная тема. Я думаю, что человек 50 бы купили футболки какие-нибудь связанные с каналом Хамеда. Итос Хамеда. Как меня называют америкосы. Блин, ненавижу этих дерьмяков, которые трахают чужих жен. Сейчас ему не поздоровится. У Андрюхи не больше разве у какого? Спасибо, Денис, за 760 вьюверов с Рихоста, но они, наверное, сейчас быстро разбегутся. GTA плюс мат плюс... У Андрюхи новый саб, ну, когда мы с ним сидели в последний раз, он мне говорил, что у него, типа, 74 саба, но я думаю, что на самом деле это число в районе 500 сейчас. Там аудитория, которая не подписывается, понимаешь, школьников нету, 5 баксов. Что случилось с теми футболками, которые в 2009 были? Это не я их делал, у меня вообще ни рубля с них не пришло. Я ж денег хочу, денег. Без того футболки 300 твоим ликом. Но я денег не получил. Денег, дайте мне денег. Вилогейм, спасибо за переподписку. 4 месяца подряд ты уже со мной, мой друг.
Надо, ребят, как вам такая идея? Я сейчас на паузе подержу пока стрим, я думаю, что для вас не принципиально. Если я пишу все... Да, я ненавижу транслит, спасибо за 360 рублей. Но в чате, если ты действительно живешь в Америке, у тебя нет возможности транслит переводить, я не против транслита в чате. Если ты хочешь что-то написать. Спасибо, спасибо за 360 рублей. Короче, идея такая, типа, война, ну, типа, битва стримеров, то есть мы загадываем по три мультиплеерные игры каждый, ну, например, я выберу FIFA, там, допустим, Mortal Kombat, ну, я потренируюсь в него специально, и еще что-нибудь, во что я более-менее нормально играю, Quake 2, допустим, и три игры выбирает Денис, допустим, там, StarCraft 2, Hearthstone и еще что-нибудь, и мы, типа, проводим битву, а до этого день тренировок, вот. В разные игры. То есть я там подтяну StarCraft, Денис там FIFA разберется. Как вам такая идея? И мы типа друг против друга. Я видел, что некоторые стримеры проводят битвы против зрителей, но мне кажется, что это немного не то. Это немного не то. А потом сделать это постоянной рубрикой. То есть там против Кекса, там против Факера, против там еще кого-нибудь. Как вам такое? Как вам такое? Magic the Gathering в топе Твича? Ну, пора уже давно лол оттуда выкинуть. Я не понимаю, зачем смотрят лол. Понравилась идея? Ну, посмотрим. Может быть, реализуем. Но это просто не очень легко технически. Блин, понимаешь, в чем проблема заядлый? Спасибо за 200 рублей. Я боюсь, что мне реально говно какое-нибудь присылать начнут. Плюс... Я... Не знаю. Не знаю, мне эта идея не очень нравится. Она какая-то... Я люблю подарки, но я лучше лутбокс куплю за 1000. Кстати, чувак из лутбокса добавился вчера ВКонтакте, ну то есть заявку кинул, наверняка хотел морду мне набить или типа того за то, что я раскрыл заговор лутбокса против людей. Вилогеймс готов. Вилогеймс, ты слышал? FIFA, Вилогеймс. Денис, FIFA. Кстати, прекрасные стримы. Зафоловьте Дениса, кто... Когда меня опять не будет по каким-нибудь причинам, то подпишитесь, точнее, посмотрите. Я понял про то, что ты про Дреда. Я же тебе сказал, что у него немного платных сабов. Я не знаю, может, сейчас ситуация изменилась, но их мало. Он похож на Ларса Хенриксона, этот чувак. И у него классные трусы. Знаешь, в чем фишка? Тебя могут смотреть 25 тысяч школьников, но подписываются только старые вонючие жиробасы, такие как подписаны на меня. Ое, как это приятно. Я теперь понял, почему мы на этой тачке ехали, а не на той, на которой я хотел. Давай, давай, давай. Этот ублюдок в леопардовых трусах должен страдать и жить на улице с подземными людьми. Если у тебя FIFA, с меня Ultimate Tournament. Так давай выбирать по 3, по 4 игры сами, действительно. Это будет интереснее, если мы выберем то, что... То есть я в своих четырех... То есть, прикинь, вся... Весь смысл дуэли, Дэн, будет в том, что... Кто сколько затащит, то есть, собственных игр. То есть, допустим, прикинь, я загадал там то, во что я хорошо играю, и ты меня затащил в FIFA, и счет, например, 3-1 в моих играх, и тебе достаточно выиграть 4 своих, а я тебя затащил в StarCraft 2 или что-нибудь. Это же просто бомба. Ладно, все, перестаю отвлекаться. Я был бы не против, на самом деле, если бы Андрюха продолжил свою дотерскую карьеру, а не приходил на Twitch. Завистливый ублюдок, вот кто я. Ну да ладно. Ну на самом деле, от, ну, типа, от школьников-то мало отдачи. Типа. Но я их люблю очень. Я люблю школьников, особенно школьников. И вообще всех люблю. Чего? Что значит, это не его? Теннисные тренеры разве не зарабатывают много?
Мартин Матрасо? Окей. Just fucking terrified.